Нам же компоненты нужны. Может, мы около космоса построимся? Давай. Я рядом. Не-не, может быть, мы хотели заняться этим. Карьер. Ну, у нас карьер каменный есть сверху, над космо. Прям... Да, космо. А, отлично. На кого-то по наумочку? Да. Сейчас забираем себе карьер. И надеюсь, там будет ровная поляна. Это вообще будет классно. Так, Тиму создал. Добавил. Компоненты в метро поформим. Да я так по пути, блин. Да просто могут слушай, занять карьеры, они что-то, блядь, такие агрессивные так все. Ему, где-то здесь конь был. Да тогда сейчас сразу захватим космодром. Для так компонентов. Где? Это, вижу. Сейчас топлива нет. Выйди. Сейчас, да, топ. Боже. Я на коне езжу. Тиму, дай, Коль. Я кинул топлив, что там, детали нет? Это не наш? Подожди, детали нет, походу. Да зеленку. Сейчас. А где... Походу сломано что-то. А, где движка нету, ё-моё. Умочка, мы можем пока с тобой сейчас захватить РТ-шку. Смотрим. А, убрали плагин, в котором машины движком. А ладно, вы топливо забрали из той машины? Да, сюда с топлива. Нам не хватит топлива, побежали лучше к Джокеру. Сейчас скрафтимся, все сделаем, нафармим. Я не думаю, что сейчас кто-то будет захватывать. Если что, мы отобьем сразу. На 8 часов. Что на 8 часов? Опять будем воевать за этот фигню. Надо ник будет поменять еще раз. 4 экспертанг. То есть что, это вообще имба. Так, можете кидать ТП возле каменного. А, у меня КД минута. А, поздно. Че, поставишь кафе каменный? Да, не, металл. Да ладно. Тротвы, прям передо мной. Омочка, летишь? Спонсор этого видео Растран. Сервис, который уже давно закупает рекламу, и я могу его смело рекомендовать. Промокод на 50 центов находится в описании к этому ролику. Баланс вы можете пополнить скинами или денежкой. Шанс победы зависит от вашей удачи или от вашей стратегии. Если у вас возникли какие-нибудь сложности, вы всегда можете написать в группу. Сейчас Растран в своей группе ВКонтакте проводит розыгрыш. Удачных вам игр. Все ссылки в описании. Ну слушай, нам его шкафы не очень сильно мешают. Мы можем их окружиться. Либо здесь нельзя будет окружиться. Подожди-ка. Стоп, здесь можно окружить его шкафы. Нам хватит места. Нет, не хватит. Как ты по скалам будешь окружать? А что у него за ник был? Смотри, я показываю как надо. Коля, пиши, поставь себе рыцарь, напиши ему, можешь отдать шкафы. Работает. Только сперва спали рыцаря в чате. Че? Это он. Братан, братишка. Братишка, стой, братишка. Стой. Уронил. Стой. Может быть договоримся? Че думаешь? Братан, ку-ку, прием. Может быть договоримся? Пойдем в шоке. Пойди, он отошел походу, у него... Давайте отхилим, может, чтобы не сдох. Отойдите от него, я его застрою, чтобы не убежал. Че это такое? Сделайте какую-нибудь кибетку, чтобы я хит скинул, там хит он принес. Надо бы скинуть. Коптер, враги. А, чек вот шкаф. У меня камень закончился, есть камень? Я повалил. Коль, иди базарь с ним, пока он пришел. Братан, это твой друг? Сам не убьешь меня, я на ежевике. Слышишь меня? Птичку дал. Это твой друг? Вот снизу я его повалил, Коль, который убегал. У которого шкафы. А где он? Братан, давай договоримся. Все равно мы свой шкаф поставили.
Давай договоримся, а? Он меня знает, это с клан сети. Братан, ну давай, пожалуйста, договоримся. Вот тебе кияночка. Давай, пожалуйста. Все равно это ни твой, ни наш не будет. Ну что, договорились? Не, но все равно ты его не застроишь, понимаешь? Ты какой не Гекси? А, я понял. Кто это? Копье взял. У нас клан Вадим раньше был, я его по набору брал. Ага, ну понятно, ладно. Так, у кого-то камень хочется, надо строить кибитку. Так, ладно, давай здесь построим где-нибудь кибитку, прям вот здесь. Да там фигня. Окей. Так, а где здесь ровная поляна вообще есть? Да, блядь. Да нам не надо ровная поляна, нам нужно... Нам нужно лёдное место. Они же просто тут не будут бегать, фурирастеры. Коптер аккуратно. Тоже верно. Давай вот это место, слушай, у нас здесь и камни есть, и все есть. Давай. Ну здесь прям. Я чуть пошире сделал ее, там же место, чтобы больше было. Это с его кита, да? Да? Не, он задумал, не понял. Мамочка, ты бежишь? Я медведя бью. А. Но я бы серьезно захватил бы Power Plant. С него много падает, чем военных ящиков. Трейн-ярд. А, трейн-ярд? А, Антон, да, тоже рядом, там ничего страшного. Ну все, окей, тогда. Сейчас по ним захватим сразу РТшку, потому что потом вот война будет. Так, сейчас задание еще возьму у Сидоровича. Как дела, сталкер? Отлично, дела. Ну, удачной охоты, сталкер. Так, воен, ну, да. Удачной охоты, сталкер. Ну, проветришься. Сними, пожалуйста, я тоже задание возьму. Окей. Так, ящики для переноски взял, если мы пойдем в этот... в туннеле. В метро. Всего-то сейчас фулл инвентарь по-быстренько. Давай, да, давайте в очередь, заебал, слышь, малый. Да я заебал, я в очередь взял. Если чудовище, я бахаю, тебе реально, блядь. Он за мной был, он занимал очередь. Ты в него очередь зашел. А, идите нахуй. Занимал. В очередь встал? Пошел нахуй, блядь, я был первый нахуй. В очередь быстро встал. Сразу не успеваешь, реакции нету. Только на ком бытии можешь. Слабак. Ты вообще кто, блядь, на ком бытии? Что? Кстати, а что это за беседа, вот эти барбарики два? Ну, новая беседа барбариков. Ты не был в старой? Нет. Не, во второй не был. А, я думал, ты был. А что это за беседа? Это спонсор канала моего. Так, все, прописал компоненты. Омечка, закинь, пожалуйста, сейчас сразу дерево в печке. Чтобы мы с углем вообще не были в проблемах. Так, побежали. Очистные снаряжения захватили уже. А, это очистные. 5 минут у нас есть. Так, все, я оставлю сухом. В курсе то, что уран на прошлом вайпе было зависим, как компоненты падали. То есть, если мы бы захватили РТшку, нам бы по 8 урана по 10 падало. Не знала. Отменяю захват. Меня слева. Эхлис.
Плюс один. Над тобой прям, над тобой, Коль. На крышу голову дал. Тело минус. Убили его, да? Да. Так, захват вход не наш сейчас. А, стоп, включить. Рубильник. Все, я начал захватывать. Третий был на здании, там где ящики. А, 300 скрапа, 300 топлива здесь. Надо лететь за топливом. Стоп, скорее всего, и топ обнулили. Нас нету. 10, идут двое. Понял. К тебе бегут. Ко мне? Да, к тебе. Понял. Голову дал. Да, отходи. Другой слева обходил, если что. Еще 32 дал. У меня все пока продано. Они без заживики даже. Даже. Один пушит. Хотя 47 или 57 не идет. Убил его. А, не побежал дальше. Они уже заходят. Да, 24 дал одному. Один уже слева. Двое понял. Слева. Вблизи. 25. 33. Плюс. Справа. 49 дал голову. Справа иду. 33. А, тот с головой убежал. Чё они так к этой РТшке привязались, я не понимаю. Никогда её никто не захватывал. Угадай, кто захватывает. Понял. Ну, они там между собой стреляются. Мне голову дали? Братан, ты меня так сейчас подстопил. Убил одного. Ай. На еврок? Или ты просто стрельнул? Ты я? Не, я не стрелял. А, да, наш Сье бежит, Сье, понял, Сье, это враг. Ну все, захватили. Пушит, пушит, пушит. Я открою танк руки, сейчас я тебя. Ну на крышу открой. У меня есть карточка. У кого-то физу. Я убил его. Второй тоже мертв. Физу у кого-то есть? Нету. И в китах нету. Не в китах, а в ежедневках. Но к нам бегут на 350, имею в виду. 350-10. Давай по-быстрому желтами все улетим. Дальше. У меня нету. Вот я что-то. Так, я половый. 27 секунд. Я на крышу пошел. Они уже близко даже. Да, уже близко. Полезли. Сверху их примем. Да. Я нет. Я тоже, я тоже. Да, окей. Все, я дом. Держись, шокер. Прими трать, у меня кое-что есть. Тогда быстрее, я прошу меня. Ты кому кинул? Ончик, прими. А, ящик надо поищи, ребят. Ящик. Убил его. Нашел? Да. На W двое. На W двое, слышите? У нас здесь еще в ангаре один. Понял. Пойди, пойди. Пытаюсь. Бля, да что ж такое, я выхожу на него постоянно. Дал 36. Дал 40. Полил. Хорош.
Кстати, открывай кис дальше. Все, я понял. А что, кейсы есть у кого-нибудь? Да, у меня есть, погоди, так все. У меня место еще есть. Сейчас открою. Алло? Да, да, все окей. Не открывается ящик. Коля, фармик и коптер возле хаты. Металл раскидываю. Можешь напрыться? Металл раскидываю, с металлом я на крыше. Напугал его. Слева сейчас будет где-то. Три хита дал ему. Дал хит. Два хита на ежевике. Все. Убили? Да, да, все. Да. Они только начали фармить. А, ты соседи? Белки, ревики, говорю. А, ревики. Он бежит уже, он бежит двое, бегу двое на 20. Вижу. Один скале. Минус 40. Трое. Трое. Уронил одного. 22 дал. Я тоже урез. Забей, забей, с дома снял с него. Давай, уходи, я уходи. Понял. Мага, 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 бля, сиомочка. Да я иду, золотаю. А, меня запуст. Ну, я про что и говорю, забей, вомочка. Забей, забей, забей. Я ж не знал, что он на доме сидит один, а другой пушит. Кончик. Я контролю, забей, у меня там один древик. Там говно. Джокер, ты где? За мной хвост. Иду. Не, все, отстали. Кто буру меня спиздил? Я. Минус 50. Еще 26. Два хита, три хита. Сейчас. Да, давай, ловим его. Побил. Дальше. Нет, забей, он отошел, Коля, он отошел. Ну, у второго, походу, тапки скороходы, просто со скоростью света бежал. Сзади, сзади, сзади! Не, накидали. Убил. Он чего? Справа от тебя Джокер за скалу вылет. И слева, кушает. Нет, ладно. Это насколько? Все, я отошел кушать. Угу. Это мало. Понял. Сейчас исправлю. Да подожди, подожди, может... Посмотрим. Сейчас я попытаюсь... будем тестить, короче. Угу. Я просто полтора миллиона дерева купил, я сейчас куплю еще. Какие ящики покупать? Станка? Да. Йоу, йоу, йоу! Так, с углем у нас явно проблем не будет. Иди сюда, будем тестить. Кстати, ловушки ставятся в камни. Угу, понял. Но? Не, иди на улицу еще. Но? Куда сейчас я подключу и проверю. А, вижу. Надо бесплатно подключать. Братан, надо как-то бесплатно. Она либо к земле, она не крепится. Ты еще. Сейчас электричество проведу. О, да, там жертва потенциально уже идет. А ну подойди. Ну нормально, что. Сильно бьет?
Ну, 30 хп за пару секунд. Но надо как пугать будет использоваться. Вот сейчас надо больше их ставить. 2-3. То есть, если вам камень фармить, ну, типа, убить не может. Она не убьет. Коля, а ну-ка, я сейчас попытаюсь... Я попытался так сделать, что... Чтобы шотало. Ну? Сейчас нажму рубильник. Подойди прям впритык к ней. Давай. Ой, шотает. Шанс мало. Сейчас еще парочку поставить рядом, и вообще он просто не убежит. Сколько никуда. Снесла? А, ну он почти убил, у меня 20 хп мне осталось. 80 хп снесла примерно. А сейчас подойди. Сейчас. Ну, не убежишь. Если начинаешь на камень стоять больше, 14 хп у меня осталось. Ну, а, кстати, провод вообще не видно. Ты куда его дел? Я под землю. А. Вот смотри, вот сюда. В землю вкопал его и вот. Ага, вообще не видно. Слушай, гениально. Я тогда сейчас занимаюсь окружением. Вот смотри, камни Коля, камни прямо под кибиткой спавнятся, сейчас в каждый камень понатыкаю. Я знаю, я камни же окружаю, почему. Нам очень много камня нужно, очень много. Ну слушай, отдача движения... Ну смотри, это удовольствие, чтобы шотало очень дорогое, очень энергопотребление. Не, можно поставить 2-3, то есть сейчас кукурузу купим, посадим, то есть не будет видно. 2-3 поставим максимум. Они тогда не будут батиться на камни, вот в чем прикол. А, далека камни видно, если не будут проходить и бежать. На камни же видно. Далека камни видно, поэтому... Точнее, кукуруза не просвечивается. Сейчас на умочке проверим. Скажем, иди за фарми камни. Будет работать, не будет. Ну слушай, тогда можно поставить их на детектор движения. То есть они видят камень, подбегают к нему. И просто бу-бум. Не, это будет трудно. Вот. Это очень много провода, вот. Я могу запариться. Не, вот сюда рубильник. Коль, смотри сюда. Я хотел сюда Теслу поставить, и сюда серный камень заспавнился. Ты же понимаешь, что сейчас я окружу, здесь очень много камней будет. Это просто лакомный кусочек будет для фармера. Он прибегает, просто... Бежит кто-то, Коля! Да я. Сзади, за территорией. А. Коля, можешь сюда подойти и проверим, шотает или не шотает? Да, бегает кто-то за территорией. Куда? Вот сами между вот в двумя камнями. Серный и... Вот ага. Он не шотает, но... А, слушай, у меня 30 хп осталось. А человек, который фармит, он испугается. Ну давай. Все, шотает, вырубай, 20 хп осталось. Вот это шотает. Пиздай. Тихо, не подойди. Скажешь, когда вырубать, когда он подойдет. Сейчас я пошел смотреть. Прям возле дома фармит, да? Да. Прям на нашей территории. Убил. Говорит, ах ты гнида. Слышь, 11 тысяч металла уже принесло. Но она, скорее всего, высокая, ее будет видно. Единственное, что не будет видно, это траву себе посадить какую-нибудь. Не-не-не, смотри, можно ставить... Там, вот видишь, посмотри на шкуру медведя. Но, там, где голова. Да. Кстати, да. Я специально здесь дырочки сделал. То есть такой фармер заходит, ага, что здесь не построили? Так, ооо, ресы. Надо вышку построить еще. Она, походу, шкура медведя на земле не ставится, но ёбан. А попробуй в этот костер засунуть новый. Который как бочка выглядит. Почему-то одна только работает, слышишь? А, точнее, две пуста, которые. Только две работают? Да. Так, подожди-ка, еще раз отключай.
включай. На камне бьет нормально. Но такое себе. Понял. Но почему-то работают только две. Я сейчас, короче, еще жестче сделаю, подожди. А ну иди на эти две, она сейчас походу будет очень жестко бить. Сейчас, 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 как поставлю. Но жестко, 13 кп. Жестко, да. Одна сгорела. Слышь, а ну иди в картошку можно прятать. Ты думаешь, не будет видно? Смотри. Сейчас. Я подумал, что это елка. Слушай, а если елку прятать? Сюда. Да. Смотри. А, кстати. Бля, картошку понакупаем сейчас. Ну да, в этом нельзя. Кто-то захочет картошку собрать, и мы его. Не-не, просто мы поставим сейчас вокруг дома, здесь все в картошку. Не, вот зачем так... все? Просто ставим это. Картошку в картошку у Теслу. Картошечная Тесла, блядь. Поставь рубильник, который по телефону. Братан. Блядь, новый век. Почему мы пользуемся рубильником, когда можем пользоваться телефоном? Чего мы такие тупые? У тебя есть раз плюс? Сейчас будет, блядь, проблем-то. Алло, раз плюс, скачивайся. Google, алло. Я скачаю. Все, подключил. Смотри. Смотри. Имя устройства, привязать устройство. Видал? Давай. Это у нас за что будет отвечать? Эти все рубильники, что включи-выключить Теслу. А, так, давай сейчас подставлю. Включить, пишу в приложение Теслу. Я разобрался, как она работает. Как? Коля, иди сюда. Сейчас, сейчас, подожди, я тыкву собираю. Это у нас территория с неба смотрится. Да, блин, что такое-то? Что такое? Ёптвою! Отключить ее? Нет, подожди. Вот это. Вот видишь, датчики выше работают. Мася. Ну вот это датчик движения. Но. Я от него, типа если он кого-то замечает, я от него подключаю Теслу. Видишь? Ага. Никого нет, он не работает. Я сейчас подойду, он начинает. Допустим, давай я сейчас 10 ставлю. 10. Сколько она сносит? 10 кп в секунду. Не, нихуя. Ставим 20. 20 кп в секунду. То есть это все в секунду бьется, да? Да. Ну тогда ставим 50 на каждую Теслу. Давай 50, давай проверим, ну, давай сейчас. Ну, не знаю, мне кажется, 30 хватит. 3 секунды человек умер, если 2 или 3 рядом будут стоять.
Сколько, 50 или... 30, 30. Окей, на частоте 30 остановились. А где мы их ставить будем? Пойдем покажу, бери Теслу с собой сейчас. Я тебе буду показывать, где ставить их. Я не Арию, она вообще мельчится, разбьет нам. Как вовремя, братан, это просто трэш какой-то, блять. У нас по дому сейчас враги бегают, блять, а мы тут с Теслами мутимся. Ну, бля, подожди, я голый. Где питон? Здесь ящики. Не вижу. Я вижу. Нихуя себе. Я упал, подними. Я а, коптер спиздили. Мне чисто три башки залетело сейчас. Да, у меня сейчас башки въебал. Такс. Смотри, я предлагаю вот здесь, вот за кибитки, во-первых. То есть вот они, такие точки. Тут. 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 Это вот первое. Там дальше идем. Вот у нас здесь камни спавнятся. То есть тут. Тут. Можно еще где-то вот здесь. И вот здесь. Так, потом сейчас мы их застраиваем. Бля, это хуета сюда летит. Я поставил, но считай, мы полностью вперед кибитки плюс ко мне. Я не могу тыкнуть, алло. А почему она не работает? Вот это ты подключил. Ты это подключил же или еще нет? Вот эту, да. Смотри. Хотя она все равно должна на два жарить. Одна работает. Одна только, да. Которую ты первый подключил. Ой, бляха, меня это бесит уже. Так, первая вот это у нас, да? Вот это первая. Здесь 30. Вторая, 30. Третья. Три. Да какого черта ты одна работаешь? А сам себя я не понимаю, Коль? Я все понял, я понял твою энергию твою понял. Нет, тут логично, да. Но тогда у нас двойной почему-то получается. А, ну в принципе нормально. У нас сейчас на каждом power ауте, на каждой зеленой херне по 29. Да, по 29. А почему-то 29, да. Мы ставим 30, мы ставим 30, мы ставим 30. Одного убил. Иду. На фундаментах твоих. Да, 30. Он поднял своего друга. Не поднял. Поднял. Понял. А не, да, не да, поднял, 28. Он валяется. Он его не примет, потому что наша билда. Я знаю. Там выход у него есть. У меня последние 4 патрона, Коль. У меня патрона. Да ладно, бежим. Если я подберу патрон, я не успею за ним. Три кита. Ты попал? Нет. Коля, он в ловушке. Я убил его. О, братан, дресы. 4х на изучение. Сколько? 4х на изучение. На плавушке, блядь. Смотри, ходят нам камни фармить, ходят. Чтоб ты понимал, она не хочет тыкать в Теслу, если заросло. Вот картошка выросла, она не хочет пропускать электрику. Ты роплишь, бля, какая картошка, блядь. Я не мог, который Тесла в картошке втыкнуть. Да я понял, сейчас.
Давай быстрее эти надо подрубать. А, стоп, ты уже подрубил их? Пытаюсь. Убрал картошку. Мне кажется, она нас больше будет убивать, чем врагов. А, это почему-то не работает. А. Работает. Что с ним работает? Две работают. Ты только две подключил? Три работают. Вот где третья? Еще. А. Вот куда ее вставишь? Они не тыкаются сюда, не тыкаются. А куда ты хочешь тыкнуть? Ты все включил, три. Новый надо сплиттер ставить. От новой мельницы. Че, блядь? Ты че сделал, блядь? А он не нужный. У тебя сейчас две турели подключены, правильно? Точнее, для три Тесла, правильно? Да. А как у тебя три Тесла, блядь, и два этого, блядь, как такое возможно? Я сам задаюсь таким вопросом. Подожди, блядь. Раз, два. Братан, ты как это сделал? Чё? Как такое возможно, блядь? У нас сейчас три Теслы подключены к двум Electrical Branch. Как ты, блядь, так сделал? Ну там две дырки сверху, я две дырки использовал. Бля, братан. Ты понимаешь, что ты сделал, блядь? Power out, что это такое? Power out — это энергия идет туда, out, на out. Они а должны, power in они... — это типа в себя энергию. Они должны идти от branch out, чтобы могли энергию контролировать. Какую то энергию? Есть... Она работает, и пускай работает. Братан, давай подождем их. Ждем их. Они бегут, скорее всего, да, бегут. Что происходит? Там было стоять. Я к ним попадаю вообще. А где они? Они пропали, Коль. Вот слева. 29 он. У него он там никуда не уйдет. Он в ловушке. Не убили. Я его зарубил. Мне кажется, мы получаем больше сетов из-за того, что территорию вредили. Я все залутал, бегу к кибитку. На горе два! По-моему, они что-то знают. Это кто там пранкует? Поставь себе приложение, тоже будешь заходить. Они ломают сплошных луков? Так, братан, они не выходи, не пугай их. Они не работают. Чё это? Кадлян. Они не работают, братан, видишь? Бегать по ним можно. Видишь, мы двое стоим. Кадлян, да ну. Не работают. Да. Я видел, как они работали, не в Риме, Коля. Они от рубильника, рубильник дома. Видишь, мы вдвоем-то здесь. Я все видел, Коля. Ляж. Нас пушат, Коля! Сюда, убирай сюда. Пальцы наготове. Телефон в руках? Телефон в руках. Коля, передай привет свиному рыльнику. Коля, пушит, вблизи, Коля, за стёлки, пушит сюда! Они не идут, они боятся. Ай, чувак. Ты это слышишь? Коль, ты это слышишь? Телефон погас. Пароль вожу. Врубай, Коля, врубай! Не работает, Коля! Они видели. Да! А это кто? Это, блядь,
Ловушка не сработала. Какая ловушка? Че меня гандрапом убило? Не понял. А, дебил маленький забежал. А меня убили. Ну давай меня залутать, отпускайтесь, гады. Врубаю, братан. Мне-то выйти. Он на кибитке сидел. Я понял. Да, а у меня питон-то нет, что-то куда делся. Короче, эту фигню вообще, чтобы кого-то батить, убить, вообще не нужно делать. Ну, типа, не канает. Только если завтра на рейдах. На рейдах что, прям перед рейдом ставить, что ли? Нет, типа, когда нас будет кто-то будет рейдить, мы такие, типа, в доме, да, в доме по рубильнику сделать и. Вот такая, ну, типа, в открытом пространстве она вообще параша. Нет, там просто еще не отросло, видишь, что? Какая разница, не отросло, видел, челик спокойно бегал по всем тестам. Тоже верно. Надо двери закрывать. Блять, меня убили. Я не хангри. А я еще думал, что тесты стоят. Я думал, кто на твою херню способен. Я не хангри! Ты Джордж, я знаю, что это. Ай, братан, да ты в чате? Да не работает нифига! Ты не знаешь, что вы тут поставили, это же бред! Да они криво поставлены, поставьте их на фундамент, потому что криво. Это совет на прямом эфире, бля, как говорится. Спроси у них, они разбираются в электрике? Да, не надо палиться. Они и так знают, что это ты. Не знаю, что ты что. Бля, братан, это все, мы наигрались, походу, блядь. Как ты? Посиди, поперди. А че не работает Тесла? Они, походу, сломали. Посиди, поперди, как-нибудь, типа, давай. Братан, у нас энергия пропала. В смысле? Хангри, а почему ролик с турнира, а не с Ностри? Запоминай наши ники, значит. Мы наигрались. Да, давай покажем, пускай они там что-то что-нибудь потусят. У нас мельницы, кажется, сломали. Не, мельницы не могли сломать. А почему тогда энергии у нас нету? Мельницы ничем нельзя на вот эти ломать, на вот эти разблоки. А почему у нас нет энергии? Дай провод. Нет провода. Мы не хотим. Чего вы сделали? Почему у нас электрика не работает? Ребят, что вы сделали? Чего у нас Тесла не работают? Хангри, привет. Здорово. Чего у нас Тесла не работает? Вы там что сделали? Криво поставили. Да, там сейчас тыква вырастет, все нормально будет. Там тыква растет. Да, братан, удачных тебе контентов, конечно. Слышишь, Хангри, почему ролик не с этого, не с Максви, а с Турика? Потому что он с Турика. А когда с Макс 3? Не знаю, скоро, в субботу, наверное. Я еще думаю, кто такой херней занимается. Я время. Я слышал, все, что ты говорил, слышал. Убил. Омочка, заходи в ДС. ТС, точнее. А я что, не здесь, что ли? А ты что молчишь? Так я сказал, я убил одну. Не было слышно. Нет, ты ничего не говорил. Камеры не надо, я один. Я хилс. Чё, папе убил? Они, я не знаю, почему они перестали работать. Чё произошло? Вот они, ключа. Может, звенели, которые подключены были? Нет, вот они. А, 46 хп, ты понял? Чё? Ты понял, когда у них мало хп, они перестают работать, походу. Но больше причины. Скорее чтобы она не гнила. Я пошел кофейка делать. Бля, парни, погоду всё, блядь, игра закончена, блядь. Ещё приду.
Ты живой? Пытаюсь. Дай мне. Хорош. Меня уронили прям по двери. Питонами, пока я тебе помогал. Я пробил защиту. Типа там лаканалия, да? Все, работает, работает, Тесла, надо его. Сверху сидит, сверху сидит. Я все в тебя дал, блин. Там еще враг. Где еще? А, хоть показалось. Это я в него стрелял. Надо на крышу еще поставить. На крышу дверь рвет. Не, налетка вообще классно. 700 МВК находит, ты же там гандрапов не же. Не-не, это я щиток сейчас починить Теслу, я не знал, сколько надо. Да-да, я... Я только обделался, и все, у меня изучено. Не, ну вообще бы некоторые ребята бы проверили, мне кажется, это весело. Не, на самом деле на классике, хотя не знаю, на классике даже. Кого на классике? У нас только резорт там не будет, что такое фигня. А где там на классике, тем же Стивисе, ты чё?